Баттл по брейк-дансу «Жара» прошел в минувшую субботу в Иванове. Название для танцевальной битвы – самое что ни на есть подходящее. И дело не только в слепящем летнем солнце, но и в накале страстей. За право быть лучшими боролись более 50 участников в возрасте от 6 до 25 лет. К соревнованиям готовились основательно. Мы очень усердно ходим на тренировки, стараемся не пропускать. Отдельно треним сами. Треним, это у нас так говорят. Вот, и треним разные направления, чтобы развивать какое-то одно, нужна база многих направлений, и треним каждый день, это обязательно. Лёня занимается брейкдансом всего год, но уже несколько раз принимал участие в батлах и даже занимал призовые места. Чтобы достичь успеха, тренироваться нужно каждый день. Сначала мы делаем топ-рок, это наверху танцуем, чтобы разогреться. Потом мы танцуем вниз, делаем базовые движения, а потом идет джем. Джем – это когда встают все в круг и танцуют по очереди. Участники батла соревновались в таких танцевальных направлениях, как брейк-данс, хип-хоп и хаус. Музыка была незнакомой. В этом вся фишка, как выражается организатор танцевального турнира. Это фристайл, то есть приходится импровизировать, приходится придумывать на ходу. И в этом вся соль, да. Допустим, есть направление наоборот, когда идет шоу показательное, там учат долго очень, а здесь все идет буквально за доли секунд придумывается. Участников батла оценивало строгое, но компетентное жюри. Высшие баллы ставились за идеальную технику исполнения, музыкальность и харизму. Секрет удачного выступления, по мнению лучших танцоров, прост. Расслабься, слушай музыку и танцуй. Любовь Почерникова, Андрей Семволков, РТВ Иваново.